Друзья, покажу, как легко почистить грязные батареи. Если у вас батареи пластинчатые, то они легко почистятся при помощи ножниц и губки для мытья посуды. А если батареи у вас вот такого формата, как у меня, то даже если разобрав вот эти панели, все равно внутри вам будет крайне сложно их прочистить. Поэтому я делаю сверхмощное средство для чистки. Беру ведро теплой воды и добавляю 1 стакан средства для мытья пола и стен. Что когда проливаешь этот раствор сквозь батареи, он собирает всю пыль, грязь, все, что находится внутри. Вниз обязательно ставлю полотенце и противень и аккуратно проливаю раствор. И вы только посмотрите, какое количество грязи я собрала внутри батареи. Все это было внутри. Снаружи батареи мою этим же раствором. Все загрязнения отмываются на раз-два. А за батареей чищу вот такой вот длинной щеткой, которую тоже смочила в этом же растворе. Обязательно нужно чистить между батареей и стеной. Там много пыли. Собрав эту пыль, вы сразу же заметите, что в доме воздух стал значительно чище. Вот так вот, друзья, у меня получилось вымыть целый килограмм грязи с батареи и освободить свой дом от пыли и мусора. Попробуйте вы обязательно.